Открываем ворота Востока. Давай сейчас поднимем руки. Сделаем врата славы. Вот они, ворота Востока! Вот они, ворота Востока! Я хочу, чтобы слава Отца надвинулась и проявилась в мире Измаила. Это летают люди, да? Сейчас мне Дух Святой говорит, начались исцеления снова. Вау! Не плачь, лев из колена Иудина, он победил. Демон, в этот раз ты точно сгинешь. Прочь! Ты демоняра проклята, ну-ка вышел из нее. Когда я скажу, нужно будет брать и проверять свои руки, ноги. Полтора года назад у меня цирроз печени, диагноз такой поставили. Знаете, когда болезнь такая, которая неизлечимая, это такие боли были адские. Я вечерами приезжала с работы, лежала и плакала. И я дала моей маме, я дала свою майку, моего мужа. Я начала одевать эту майку, ну это как есть, когда ты до такой степени веришь, что это, ну, последняя надежда. И мой муж стал ночевать в своей майке, я в своей промоленной. Где-то через неделю я пошла на фибросканирование. У меня была конечная стадия, ну четвертая. Потом стала раз и нулевая, нету вообще ничего, как у младенца печень. Пришла в больницу, поставили саркому матки. Я не знала, что это такое вообще, какая болезнь. Саркома – это агрессивная форма рака. Это когда вы было? Когда это вам? Вы первый раз приехали в Астану на уединение. Потом поехала Ира, сестра. Она привезла платок. Она после уединения отдала мне, я его завязала. Я еще заведующий. Говорю, вышлите меня на WhatsApp. Мне присылают, я такая, хоп, смотрю, нет. Там они подтверждений никакого нету. Я думаю, я же сказала, что это не моя болезнь. Это не мое. Я кольцо взяла в Прагу. Там помазание этот, везде таскала с собой. Этот, привезла, а у меня брат падал 38 лет. Представляете, эпилепсия. Эпилепсия, 38 лет, 38. У брата. Это вот это кольцо? Да, так. Я ему одела, вот, он не падает уже 2 месяца. И 2 месяца ни одного приступа? Нет. И не будет? А как часто было? Ну, я не заметил, когда вот болеть начал. В неделю 2 раза, да, да. В среднем тогда? И 2 месяца ничего нет? Это исцеление. Халлелуйя! 19 числа в 6 утра его разбудила его супруга Майра, что сын не просыпается. То есть он уже был, ну, окоченелый. Я там где хочу, там дышу, я сказал. И потом раздвинул его рот и сказал: ты дух животворящий, ты живой во имя Иешуа! И он встал. Он открыл рот, да, сына, он, да. Раздвинув и челюсть, со словами: ты дух животворящий, вдохнул туда, да? Вдохнул туда. Вау! Отец, я молюсь, чтобы дух откровения об Измаиле. Измаил Турала. Просто накрыл каждого из нас. Он больше не дикий осел для меня. Он мой сын. Великий народ, который веками был в отвержении, порицании, каких-то наветах плоти.
сегодня это время заканчивается. Вот здесь, в Алма-Ате, на этом месте.